Всем доброе утро. Мне опять такой бред скидывает, вот честно. Я не знаю, что с этими людьми делать, но это люди, ну вот, понимаете, я никого не обсуждаю, мне вообще на всех похуй. Я не посвящаю никому сторис, чтобы охваты поднять. У меня нет такой цели. А вот у других людей есть такая цель, прикиньте. Вот что, блядь, ни день, они пытаются что-то, блядь, обо мне сказать. Если честно, я думаю, это зависть. Это зависть, потому что меня обсуждают люди с проекта, с которого я ушла 4 года назад, на который я не хожу ни на какие шоу, ни на какие в гости, которые я не обсуждаю, не обсуждаю участников. У меня не поднимаются охваты за счет того, что там я кого-то обсужу, потому что я не обсуждаю, мне это не интересно. Я вообще не хочу быть как-то связана с этим. А эти люди, понимаете, они то возвращаются на проект, потому что у них нет денег, они не могут себя реализовать в реальной жизни, то они обсуждают друг друга, обсирают друг друга, за спиной друг друга говорят, потом дружат, обсирают по кругу. Мне такое вообще не интересно. И понимаете, из-за того, что у меня адекватная жизнь, у меня есть моя охуенская машина, у меня есть охуенные украшения, у меня есть охуенные путешествия. Знаете, не вот это вот, ладно, не буду оскорблять, у всех разные возможности, вот, но они, понимаете, они не могут на это смотреть нормально, они завидуют и меня вечно обсуждают, что я какая-то злая, что я плохой человек, вот, блядь, откуда они могут это знать, хуй знает, потому что они со мной лично не общаются, это вопрос. Я вообще про этих людей не помню, что они существуют, что они есть на этой планете. Они меня обсуждают. Знаете, вот это, блядь, обожаю еще. Замазать мое имя. Но выставить мое лицо. Ебать ты, загадки загадала. И знаете, вот я сейчас поняла, почему они благодарны проекту. И они вот о нем говорят, они туда ходят, они обсуждают, делают какие-то вот хайповые вот эти темы. Да потому что только благодаря этому, что они могут там как-то засветиться, у них немножко поднимется охват, и хоть кто-то купит у них рекламу. Хоть немножечко денежек заработают. Поэтому они благодарны. А мне вот это не надо, я без этого денежки заработаю. Без вот этого грязного всего.